снова здравствуйте. Я на несколько дней оказалась в Москве и за это время успела обнаружить для себя несколько открытий, несколько находок от американской марки Urban Decay, которыми спешу с вами поделиться. Итак, мои находки – это две такие вот замечательные позиции от Urban Decay. Первая позиция – это лимитированная палетка теней, созданная в коллаборации Urban Decay с Gwen Stefani. Совершенно потрясающая по своим оттенкам, которые я вам сейчас чуть более подробно покажу. И вот такой вот спрей B6 в дорожном объеме, в объеме 30 мл. Он также есть еще и в объеме 100 мл. Сначала вам расскажу быстренько о спрее. Это Urban Decay B6 Vitamin Infused Complexion Prep Spray. Данный спрей в объеме 30 мл, как я уже сказала, он также есть в объеме 100 мл. И задача этого спрея – снимать покраснение, уменьшать поры и выравнивать тон кожи. И также он замечательно абсорбирует кожное сало. То есть для обладательниц жирной кожи это та самая волшебная палочка-вручалочка, которую вы наносите перед нанесением своего увлажняющего крема, либо перед нанесением базы под макияж, для того, чтобы ваш макияж сложился лучше и держался дольше. Также подобное средство можно наносить уже после нанесения макияжа, для того, чтобы освежить вашу кожу. Этот спрей Urban Decay создан в содружестве с компанией Skindinavia, то есть это не только элемент декоративной косметики, но это еще и уходовая, это в первую очередь именно уходовая позиция, которая призвана ухаживать за кожей и поддерживать ее в том состоянии, в котором кожа выглядит максимально выигрышно. Я об этом продукте узнала совсем недавно, я его, честно скажу, для себя попробовала в объеме 30 мл. Я не стала сразу покупать большой объем, так как я решила сначала попробовать небольшой, и если он мне понравится, купить большой. Сейчас, попробовав его всего несколько дней, я уже жалею, что не взяла большой, потому что спрей правда замечательный, и вот все это время я стараюсь его использовать два раза в день, после нанесения тоника, перед нанесением моего увлажняющего средства, и кожа моя в очень-очень хорошем состоянии. У этого спрея два колпачка, то есть вот сначала вот этот вот верхний белый, потом мы верхний белый снимаем, и у нас, собственно, еще один защитный колпачок, и дальше у нас спрей-дозатор, несколько пшиков с расстояния 20-15 сантиметров, мы наносим средство на наше лицо и наслаждаемся результатом. Второе средство, о котором бы очень хотелось рассказать, это вот такая вот палетка, палетка теней, это Urban Decay вместе с Gwen Stefani, это лимитированная палетка, это ее упаковка, здесь нарисованы те цвета, которые внутри, сейчас я буду ее раскрывать и вам все показывать. Вот так вот выглядит сама, то есть это вот такая вот бумажная коробочка, а вот это вот сама палетка, она в металле, она очень тяжелая, выглядит совершенно потрясающе, с металлической такой вот штучкой, на которой написано Urban Decay и Gwen Stefani, дизайн на самом деле действительно потрясающий. Обратная сторона палетки. И также в этой палетке лежит вот такие вот сэмплы 4 новых цветов, цветов помады. Также это коллаборация Urban Decay с Gwen Stefani. Это 4 эксклюзивных цвета, которые разработала сама великолепная Gwen. Открываем палетку. Вот выглядит сама палетка. Здесь большое-большое зеркало. И вот они, те самые совершенно потрясающие цвета. И матовые, и с шиммером. Удивительно мягкие, которые совершенно потрясающе растушевываются. Растушевываются в легчайшую дымку. Здесь есть и цвета для коррекции, например, вот этот вот. И цвета, которые мы можем использовать как хайлайтеры. Это вот эти вот два. Здесь есть холодное золото. Здесь есть потрясающий черный, совершенно уникальный коричневый, очень насыщенный. Такого коричневого я, честно, не видела никогда и нигде. Очень красивый розовый холодный. Очень красивый такой жемчужный розовый. Его можно использовать как хайлайтер, как основу и базу. Вот эти, как я уже сказала, два матовых оттенка, которые можно использовать и для коррекции, и для прорисовки складочки верхнего века. То есть палетка правда уникальная. У меня достаточно большая на данный момент коллекция различных теней, но, тем не менее, мимо этой палетки, честно признаюсь, не смогла пройти, потому что те цвета, которые содержатся в этой палетке, они не повторяются нигде. Если приблизить камеру, видно, что для каждого цвета Gwen придумала свое уникальное название. Так, допустим, вот этот вот первый потрясающий, очень красивый мелкий-мелкий хайлайтер называется Blond. Очень насыщенный коричневый называется Punk. Pop — это у нас вот такой вот нежно-розовый, жемчужный. Danger — это синий, синий электрик. Совершенно потрясающий. Blackout — очень насыщенный черный. Еще раз напоминаю, что данная палетка лимитированная. Данная палетка в Москве стоит в районе 4500 рублей. Официальный корнер Urban Decay находится в торговом центре Атриум на станции метро Курская. Очень-очень рекомендую.